6 сентября в Севастополе состоялась торжественная церемония гашения почтовой марки, посвященной 200-летию со дня рождения писателя, историка, археолога и этнографа Петра Владимировича Алабина. В ней приняли участие губернатор Михаил Развожаев и директор почты Крыма Елена Принь. По видеоконференц-связи к церемонии присоединились заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, полномочный посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова, главы Кирова, Подольска и Самары. Событие состоялось в рамках федерального партийного проекта «Историческая память» по инициативе депутата Государственной Думы Александра Хинштейна. Бесспорно, это выдающийся гражданин своего отечества, патриот, воин, потому что, будучи человеком гражданским, он лично попросился на военную службу и, став военным, принял участие в Крымской войне, принял участие в первой героической обороне Севастополя, участвовал лично в кровопролитном Инкерманском сражении, проявил мужество и героизм, был произведен в очередное воинское звание, получил несколько орденов и медалей. По окончании Крымской войны, благодаря стараниям Петра Владимировича Алабина, в нашем городе появился музей Севастопольской обороны, который сегодня известен как музей Черноморского флота. А его рукопись «Походные записки», найденная в 1966 году, является ценнейшим экспонатом морской библиотеки. Сегодня очень важно нам всем иметь какие-то яркие исторические ориентиры людей, которые верны своему отечеству, которые одинаково стараются и одинаково эффективны на военной, на гражданской службе, которые всегда стоят за русский мир, за свое отечество, за свою веру. Я хочу сказать, что вот та марка, которая сделана, она действительно замечательная, она позволит память об этом событии не ограничить нашим сегодняшним замечательным мероприятием, нашей конференции, но и действительно эта марка будет посетить многие города и страны и заставит людей задуматься о судьбе этого великого соотечественника. Номинал почтовой марки, выпущенный в честь 200-летия со дня рождения выдающегося общественного и государственного деятеля, составил 50 рублей. На ней изображен парадный портрет Петра Владимировича Алабина на фоне панорам Самары и Софии, почетным гражданином которых он был. Всего выпущено 90 тысяч экземпляров юбилейной марки.